Дыхательная гимнастика, она позволяет сконцентрировать энергию внутри себя и потом направить в нужное русло. Это очень важно. Не, а что мы ему скажем? Он у нас типа главный. Меня спасибо дышать научил, дальше что, моргать научит? Нет, и что будет дальше? Может, меня матка заставит дышать? Я сюда пришла, между прочим, реализовывать свои креативные идеи и заводить знакомства. Ну все, я сейчас так усну, давайте начинать. Фух. Так, ну что, все ментально заряжены? Ой, хорошо. Так, давайте перед началом тренды обсудим. Кто что смотрит вообще, смотрел? Помнит, идея. Знает. Давай, какая? Нейронки. Так. Сейчас все используют нейросети, об этом все пишут. Соответственно, можем на базе нейросетей сделать песню. Да. Или какой-то музыкальный формат придумать. Так, может, она просто за нас формат придумает и все. Просто она нас формат придумает. А что ты смеешься? Смешно, потому что было. Я слышал же, что она тебе сказала. Так, что происходит? К работе, к работе! Да, так, ну, короче, просто, ну, давай пусть придумает какой-то современный музыкальный формат с нейронкой. Вот, например, давай с риф вбиваем. Вот сразу несколько музыкальных форматов с нейросетью. Ведущий придумывает первые строчки в куплете, а нейросеть придумывает другие, чтобы сложилась целая песня. В конце ведущий поет песню, вот. Такой формат. А чё вы на меня-то смотрите? Это не я придумал, это вот эта машина бездушная. Ну и зато вы можете не переживать за свои места, как авторы. Вот ваш же коллектив как авторы вас же мы, называют. Короче, сейчас в Дании смотрим одно корейское шоу. Там очень много крутых форматов. Не надо о личном, пожалуйста, мы всё-таки на работе. Ну да, типа, смотрите и смотрите, чё вы. Чё вы хвастаетесь-то этим? Слушайте, ну, пацаны, задушили. Не, а знаете чё, оттуда зато можно просто какой-нибудь стырить, типа, формат оттуда можно. Не стырить, а вдохновиться. Выбирай слова. Ну окей, я просто на следующую читку вдохновленный тогда приду, да и все, да. Но я правда не вижу ничего такого, чтобы вдохновиться идеями западных коллег. Ну а тем более, ну как они узнают. Ну, это все. Короче, я считаю, что мы можем снять социальную рекламу, такую, да, интересную, про противного человека на коляске. Ху, берем точно. Потому что кудрявые токсичные люди, их мало вообще по жизни. И их надо беречь. Единицы. Реально, берегите. Вот, и потом мы, вот знаете, ну, Сашу немножко с лестницы вот так толкаем. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, только если забесит. Один пролет, чтобы на пол Федора съедет. Ну, может, как-то, ну, остановить. А что, а что, кайф, что ли, вот такой вайб? Просто человека маленького, у меня просто вот так. Маленького. Просто вот мы втроем накинулись. Мне нравится вайб, да, вполне все отлично. Да. Да ты же трансформер, что значит маленький? Друзья мои, и вот теперь, пока мы поймали нужный нам вайб, давайте перейдем к идеям проекта. Есть одна идея. Давай. Смотрите, расскажи. Мы же хотим быть ближе к нашему зрителю, правильно? Соответственно, что можно сделать? Такая идея для межпрограммок. Мы будем вместе с людьми на улице придумывать народный хит. Нормально он, да? Просто мою идею с нейросеткой передел и типа сам придумал. Нет, Сань, ты вообще не понял. А, прикинь, при мне просто вот так делает. Прикинь. Ты не понимаешь, мы как бы будем петь о народных проблемах. Это ни одна нейросеть не придумает. Мы будем ходить и у людей спрашивать об их проблемах. Понимаешь, такой некий стрит-ток. И на базе их ответов делать песни. Не, окей. Это другое он сейчас предложил. Короче, давай я просто покажу, что я снял. Он сейчас, конечно, на ходу уже переделывает. Я покажу, что я придумал. Он еще покажет. Бум! Оу! Привет, с вами Лео Канделаки. Где мы находимся? Правильно, на Старом Арбате. А зачем мы на нем находимся? Мы хотим сегодня написать народный хит. Чтобы это сделать, конечно же, нужно пообщаться с людьми и выбрать какую-то острую тему, с которой знаком каждый из нас. Какая это может быть тема? Ну, например, блогеры. Больно много их стало сегодня. Давайте же разберемся, как к ним относится народ. Пойдем. Блин, а можешь так я... Да, вот. Да. Вы про кого-то писали песню? Привет от московских панков. О-хо-хо! Вы смотрите блогеров? Время от времени. А можете попробовать тогда придумать рифму, допустим, Валя Карнавал? И весь мир упал? Валя Карнавал, и весь мир упал.
Валя, карнавал, грохочет зал. Спасибо большое. Благодарю. Ребят, привет. Мы пишем народную песню, и нам нужно от вас, чтобы помогли сделать хит. А можете карнавал придумать рифму? Карнавал, карнавал, я тебя сейчас узнал. Карнавал, карнавал, я тебя сейчас узнал. Что-то не получилось, провал какой-то. Кстати, карнавал, провал. Спасибо. Спасибо. Все, благодарю. Карнавал, провал. Как хороший ритм. Это крутить. А женой полнейший провал. Она меняет фамилию на карнавал. Вот это что-то было. Надо еще поспрашивать. Здрасте. Здравствуйте. Меня Лева зовут, а вас как? Анна. Рад познакомиться. Я работаю на телеканале 2x2. Слышали о таком? Слышала. Мы пишем народный хит. Понятно. Попробуйте вот на Эдварда Билла придумать риф. Я, конечно, постараюсь, но ничего не обещаю. Давайте, Эдвард Билл. Ходил и пил. Эдвард Билл ходил и пил. Дебил. Ха. А как вам такая строчка? Мой друг превращается в дебила, он смотрит пранки Эдварда Билла. Что скажете? Отлично. Отлично, давайте попробуем. Мой друг превращается в дебила, он смотрит пранки Эдварда Билла. Круто. Ну все, куплет почти готов. Анна, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, есть Влада 4 блогер? Да. Вот какую рифму можно? Вот можете что-то постараться накинуть? Итак, караоке включается? А4 Влада, нам ничего не надо. Моей дочери ничего не надо, она хочет замуж за А4 Влада. Телеканал 2x2. Да, мужчины, я иду именно за вами. Здрасте. Хотел бы вас попросить помочь мне. Просто придумать рифму к имени какого-то блогера. Поможете? К Джарахову какую рифму можно придумать? Малахов. Это уже хороший вариант. Поддержите, пожалуйста, петличку, я кое-что придумаю. Моя теща забыла, кто такой Малахов, но зачем-то знает, что в моменте Джарахов. Ну, кстати, это уже очень неплохо. Вы помогли. Пару что? Минуточек. А что? Слушайте, а мы пишем народный хит. Да? Что думаете о блогерах? Что у них большие гонорары, у кого много подписчиков. Здрасте, вы обречены, телеканал 2x2, давайте общаться. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про блогеров в целом? Вот что они делают, не знаю. Не знаю, но все приводит к тому, что блогеры счет начинают, а потом все поют или сочиняют песни, треки. Вы согласны с этим? Согласен полностью. Хиту быть, поэтому держитесь. Моя рубрика – это определенный успех. Блогеры, они без работы, блогеры. Растут их доходы, блогеры. Они повсеместно, блогеры. Они еще поют песни. Мой друг превращается в дебила, он смотрит пранки Эдварда Билла. Моей дочери ничего не надо, она хочет замуж за А4 Влада. Женой полнейший провал, нам меняет фамилию на карнавал. Моя теща забыла, кто такой Малахов, но зачем-то знает, что в моменте Джарахов. Блогеры, они без работы, блогеры. Растут их доходы, блогеры. Они повсеместно, блогеры. Они еще поют песни. Но если блогер хорош, он даст полезный совет. Ударен исключение, там фиговый контент. Хит готов, собираю лайки. Это блогер Лео Канделаки. Не, ну как бы, ну неплохо, неплохо. Но мне кажется, вот чего-то не хватает. Как будто там вот не спросили, знаешь, про одного блогера, который там, ну, видосы про работу делает. Вот. Ну, просто ни слова вообще. Саша, речь идет про популярных блогеров. Типа как Маша. Это как я. Популярный блогер. Не, ну окей, не, у меня когда просто миллион подписчиков будет, но я про вас не вспомню. Расскажешь, когда будет. Саша, у меня только один вопрос. Когда у тебя миллион подписчиков будет? Ну, там, может, четверг. Не, ну вот это хорошее, да? Вот это вот просто, ну, типа, чё, ну, я не знаю, ну, лайк, чё сказать. За шиворот тебе пиханули, то... нормально. Класс ещё, да, поставь, класс. Да, вот это реально, Даня вообще молодчага. Красава, Дань, молодец. Да. Спасибо. Для бездомного вообще супер ёмок. Ты про себя или про меня? Про тебя, брат. Всё, понял. Так, ребята, стоп, давайте по существу.
В общем так, мне нравится, но возникает вопрос темы. Какие темы еще могут быть? Сколько таких межпрограммок мы можем снять? И вообще, будет ли это кому интересно? Шеф, ну надо вот просто брать что-то актуальное. Что сейчас актуальное? Не знаю, да? Скажите. Вот, пацаны, может, гаджеты какие-то? Или, например, может быть, другие направления? Чё? Веганство, например. Веганство, кстати. Так, стоп. Веганство – это очень интересное направление. Да. Она что, знает, что я веган и вот так вот решила мне угодить? Ну, собственно говоря, неважно. Все равно она большая умница. И, кстати, да, я, между прочим, единственный веган среди веганов. Да. А, он что, веган? Я думаю, что у него цвет лица такой странный? Слушай, шеф, а мне кажется, еще можно про музыкантов из переходов какой-нибудь трек записать. Или с ними совместный, кстати, тоже можно. Хороший. Да, и в конце там можно, типа, слоган какой-нибудь крутой, типа, киньте копеечку. Да? Да, правильно назвал уже успех. Вот. Так, ну давайте пометим это как идею. Ну вот это конкретно надо пометить. Да. Ну, в принципе, да, нравится мне. Так, что у нас еще с домашним хейтером? Ну да, 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 я просто сижу, жду. Ну, конечно, готово. Это ты снял ролик? Новый. Ролик, там серия, там больше, чем в Саше Тане. Вот, пожалуйста, внимание. Да? Ну, конечно, да. Балдите, балдите, наслаждайтесь. Что за тебя делать надо? Здорово всем! Ну что, я решил заняться готовкой. Вот. Ну да, да, давайте смейтесь теперь. И руки у меня будут перемотаны тоже. Но помните, ну что у меня? У меня на самом деле благие намерения. У меня жена с работы придет, а тут ужин. Я джентльмен, приготовил все для нее. Так, давайте посмотрим, что есть в интернете. Лазанья. А? Потом столочка, не слезание. Что там дальше? Курица в яйце. Это вообще жестко. Это просто всю семью положили. Это же ну, не ужин при свечах, просто похороны получается и все. Во! Салат легкий. То есть все салаты в мире сделали. Вот этот легче всего. Вот это мне подходит. Вот это мы включаем. Курсы английского языка специально для вас. Реклама такая. Готовить-то буду? Удобная оплата рассрочкой в 4 платежа. А в 4 раза быстрее можно говорить это все? Будем ждать вас на наших уроках. Ну, не дождетесь. Видимо, как и я про салат видос не дождусь. Сейчас мы приготовим салат легкий. Возьмите капусту, яблоко. Ну вот. Вот реально легкие, а. Сейчас, если скажешь еще, возьмите и съешьте, то вообще изи. Как будто я рецепт придумал просто мой фирменный и все. И 2 авокадо. Я тебе что-то сделал, ты что, слышишь меня, что ли? Откуда я возьму сейчас, где я возьму 2 авокадо? А ну, думаешь, в каждом холодильнике есть 2 авокадо? Вы что, вообще, что ли, есть, прикиньте? Ну, это не мое, это жены. Я же этот... Я не покупаю авокадо, я мужчина, типа, и мне не надо авокадо. Перемешиваем капусту, яблоко и авокадо. Ну, это реально легкий, всего 3 ингредиента. Гордон Бударин Рамзи в деле, рассказывает, что делать дальше. Остается заправка. Для нее нам понадобится соль, перец по вкусу, лимонная кислота, соевый соус, мед. Халапеньо, зубчик чеснока, итальянские травы, кефир, дижонская горчица. Понял? Майонез. Ну, в принципе, готово, но я сам решил салат не пробовать. Не, понятно, вкусняшка, я просто ну, не оторваться потом. А я же все для жены готовил. Она что, голодная будет сидеть? Себе ну, бургер заказал, чтобы не сорваться на это чудо. Хорошего дня. Ну чё, ну как вам? Это шедевр, да? Нет, не то слово. Даже чуть лучше, я, конечно, понимаю. Всем все понравилось. Я, конечно, вот эту вкусняшку, которую приготовил, я принес, все попробуем. Так вот, чем воняет в офисе. Ты чё-то нам принес. Не, ты отсядь просто, и все, это полегче будет. Я сам так, вот на этом расстоянии чувствую. Я думаю, что я выражу общее мнение. Не думал, Саш, что похвалю тебя, но контент ты все-таки готовишь лучше, чем еду. Поэтому, да. Продолжай, двигайся в этом направлении. Приятно, не останавливайся. В общем, катись. Ну вот что женщина ценит в мужчине больше всего? Ну, конечно, юмор. Ну и бабло. Немножко. А мне, Саня, все понравилось. Отличный контент. Только вот не хватает какой-нибудь, ну, знаешь, типа, древовой музыки. А так классно. Да, кстати, можно еще все зарифмовать, попробовать.
А и графики добавить, кстати, тоже было бы неплохо, Сань. Можно, знаете, еще подрезать, ну, что-то на монтаже убрать. Ну, в принципе, можно другой вообще сделать. О, другой супер. Снять. Конечно. Мне нравится такое. Да. Да идите в задницу. И ой. Не, ну, подкололи, да. Ну, весело, окей. Я, кстати, салат в переговорке забыл. А завтра в офис не поеду. Ну, посмотрим, кому весело, да, будет? Так, ну что, финансы грамотные мои? Как на ваши треки поживают? Шеф, обижаете. Все готово. Но смотрим. В этот раз решили взять более молодежную тему, более актуальную. Про скам, ну, там, ставки, например. Ну, и все такое. Глянем, а? Ну, давайте, давайте. Поехали. Как приумножить все финансы? Тебе расскажут эти пацы. Бери чернила и перо. Мы начинаем наш урок. Сидишь такой на лавочке и открываешь ставочки. Косарь поставил на футбол и ждешь, как Смолов забьет гол. Но мир финансов не так прост. В крипте сейчас точно есть прирост. И чтоб поднять наверняка, сейчас нужно тыкать в хомяка. Последний дам тебе совет, на микрозаймы лучше нет. На ящик хватит вам пивища, займ пусти микрону денег до хренища. Фух, ну чё, пропотелись? Аж вспотел, да. Вообще, Скорпион сплакали просто отлично. Не, ну, просто про жизнь про мою успели, и все. Не, ну, Данька, такой ты прикольный. Ну, конечно, он мне не нравится. Ну, просто миленький такой рыжик прикольный. Я здесь переживаю только за свои идеи. На их контент не пофиг. Самый смешной из вас всех, вот. Наш рубаха парень. Ну, не самый, но смешной. Не, ну, может, мы снимем с тобой? Не, ребята, внимание сюда. Можно вполне. Так не пойдет, это... Тема довольно скользкая и может очень плохо закончиться. Я согласен. Здесь коэффициент 3:1. Если рискуем, Саша, то все. Саша, я серьезно говорю. Мы не профессионалы в сфере финансов. И нам может прилететь за то, что мы хрен знает пойми, кому какие советы даем. Ну, шеф. Вы соображаете или нет? Ну, это же юмор, шеф. Вот что бы мы делали без этого парня? Он просто все объяснил нам, да, что это юмор, что это... Ну, про юмор, ладно, про юмор согласен, он есть. Но тогда тут нужно делать какой-то дисклеймер, который объясняет все. Дисклеймер – это такая вещь в самом начале, которую все проматывают. Но она нужна для того, чтобы снять с себя ответственность и потом ни перед кем не извиняться. Да? Очень полезно. Давайте сделаем так. Давайте я пообщаюсь с юроделом, мы все это там выясним и потом уже примем решение. Хорошо. Так, я хочу поесть заказать. Кто будет? Давайте я сразу. Я буду точно. Ну, ты-то, конечно, сразу. Так что, голосуйте, кого увольняем? Ага, правильно, молодцы. Так, ребята, пока вы тут бездельничаете, некоторые люди создают великолепный контент. Понимаете, о, кто это? Кто это? Вот именно. Отгадайте, что у меня в руках? А, ну это я знаю. Это вы сейчас попросите вам фильм скачать какой-нибудь на вечер, типа там «Один дома», mm-hmm. «Два». Нет? А, все. Второй вариант – это надо музыку, чтобы в тачке ваши шестерочки круто играли. Ты закончил все? Отшутился? Не, есть еще пару вариантов. Но... Не надо. Шеф, да. А зачем вам это? По аэродропу же сейчас все передают, так удобнее. Удобнее? Не намекайте, что я старпер, понятно? Ну, что сразу? Почему сразу старый? Ну, приятен мне с ней, понимаете? Это как с наличными. Вот держишь в руке, и ты вот эта приятная тяжесть. Ну, не как с картой. Это гораздо интереснее ощущение, да? Сейчас я вставлю. На канале запускается новое шоу. Класс. И наша задача придумать... самый мощный теглайн. Привет, мои будущие продюсеры, креаторы и другие люди с психологическими проблемами. Я голос редакции, который объяснит вам эти странные термины. Теглайн – это такая емкая фраза, которая передает всю суть проекта. Простыми словами, это слоган. Он важен для продажи и должен быть кратким и запоминающимся, как жизнь хомяка. Запомнили? Я скоро вернусь. Вы понимаете, mm-hmm. в чем наша задача? Поэтому я жду теглайн вот такого уровня. Mm. А что за шоу-то? Или его тоже надо придумать? Бударин, не беси меня, я тебе сказал, что наш телеканал закупает зарубежный контент. И это шоу одно из этого контента. Ясно, нет? Получается, вас настолько не верят? Сначала меня пригласили, да? Теперь вот иностранный контент. Я бы на вашем месте прям жестко напряглась бы здесь. Ну ничего, я потом вас могу на работу к себе взять авторами. Конечно, Маш, контакты надо. Есть. Мы тебе что-нибудь нормальное придумаем уже. Не, а что? Она думает, мы ей ответить не можем, да?
Шоу называется «Шестое фото». Угу. Все услышали? Да. Фотограф Алан Флетчер со своим другом путешествует по миру и делает фотографии интересных живописных мест. Не, вот нормально вообще чувак придумал. Просто свалил от жены, просто катается своим корешем, веселится, фоткается и все, типа шоу. Может, мы с вами тоже что-то придумаем, какое-то шоу, типа, я не знаю, типа мы с вами по саунам. Ага. Или что вы там, аквапарк любите, какие-то такие вещи. Мы, если честно, тоже хотели бы, чтобы Бударин уехал. Да мы вообще скинуться готовы, честно говоря. Шеф, у меня пока в голове один теглайн. Да, какой? Не завидуйте. Ну что, неплохо, 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 Лео, неплохо. Но думаем еще. Нужно штук 10 таких теглайнов для того, чтобы потом маркетологи выбрали самое что-то достойное. Потому что я не понимаю, как они работают. Они выбирают самое что-то бестолковое. Шеф, а если этот красота рядом? Подождите, это она сейчас на что-то намекала, что ли? Интересно. Ну хорошо. Вот. Ну хорошо, ну давай еще варианты. Рядом красота, ну и вообще... Еще. И волшебство. А ты можешь сначала думать, а потом говорить, Маша? А я вообще думаю всегда. Давай, продолжайте, продолжайте, набрасывайте, набрасывайте. Извините, а он... Что он будет делать? Просто ходить и фоткать? Ребята, есть трейлер, который мы сейчас будем смотреть. И после чего вы дадите свои комментарии. Вообще, подходит это нашей целевой аудитории или нет? Я включаю, приготовились. Погнали. Хорошо. Надоели типичные блоги про путешествия? Мы нашли тревел-шоу, которое покажет мир с нового ракурса. Австралийский актер и фотограф Алан Флетчер исследовал самые красивые места планеты. От снежных вершин до песчаных дюн. От мегаполисов до нетронутой природы. И все ради одного кадра. Шестое фото. Только на дважды два. Не знаю, насколько это актуально нашим зрителям, но это однозначно красиво и дорого. Ждите, а зачем выкупать? Я сейчас вот предлагаю, как сэкономить денежку. Мы можем, ну, и себе поделить. Мы просто, ну, фотки с наших отпусков, да, берем, собираем под крутую музыку и все, продаем каналу. Ну, типа, все при бабках. Че, кто за? Слушай, ну... Не, ну вы-то что? У вас же есть по-любому фотки, там вы же на речку ходите, вы же где-то купаетесь. Ну, с речки будет, да. Да, типа, вот как вы там со спины прыгаете у матушки. Mm-hmm. Вот это все. Саш, я просил придумать теглайн, а не брызгать слюной от зависти. Нет, ну так-то, мысли... Саша, это нужный контент. Во-первых, нет, многие не знают, что есть такие места. Да, 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 да. Причем даже в самых туристических вот местах есть такие пейзажи, о которых никто и не слышал. Мне кажется, надо попробовать подумать в эту сторону. Можно назвать это путешествие в нереальное. А может. Открой мир через объектив. Может, Маша что-нибудь еще предложит, а потом ты... 30 лет в нереальное. Вот, хорошо. Да? Да. Вот. Это хорошо. Вот а давай еще варианты. Есть еще варианты? Или билет в незабываемое, может уже быть. Уже лучше. Вот. Не, ну Маша вообще молодец, просто красотка. Так уверенно шляпу какую-то впаривать. Так даже я не умею. А вот думайте еще, набрасывайте. Открой мир через объектив. Вот так, может быть? Да, я, кстати, а предлагал. Вот так это, я предлагал это. Вот так вот назад. Идеально. Да. Мне нравится, мне правда нравится. Да. Это то, что нужно. Ну что? Да. Так, мне даже нравится. Тебе можно нравится? Смело ставить на пэкшот. Да. Сань, тебе как? Мне кажется, ерунда вообще. Ну, раз все за, ребята. Ну что, класс. Берем этот теглайн как основной. Конечно, красавцы, классно. Молодцы. Ведь можете, когда хотите. Так, давайте отвлечемся. О, классная идея. Есть такая тема. Значит, во время брейнштормов происходит такая история. Люди играют в ассоциации. Ладно, я в это лезть не буду. Ну, разве это все не странно? Ну, это улучшает креативное мышление, улучшает мозговую активность, ну и так далее. Давайте попробуем. Значит, ассоциации, да? Всем понятно. Давайте попробуем на, ну, контент. Шляпа. Саша, я просил не описывать свой контент. Да. Я просил сказать ассоциацию. Давайте еще раз. Так. Реклама. Кликбейт. Да? Вирус. Киньте копеечку. Почему? Не, ну вы гляньте, ну парни даже, ну явно нездоровые. Не, пацаны, без обид, просто реально, ну визуально. У тебя что-то с башкой же. Ну, это, ладно. Типа, давайте я просто продолжу и все. Вот, давайте, канал дважды два. Так. Про канал не надо. Вы сейчас ляпнете что-нибудь? Не забывай, нас снимают здесь вообще-то. Так, давай, Даня, начинай ты. А чего я? Начинай, ассоциацию говори. Ну, хорошо. Любую, что тебе в голову приходит? Учите мальчишку, ну сложно ему. Ну, блин, все нормальные слова разобрали.
Что я могу сделать? Давайте я. ТНТ. ТНТ-4. ТНТ-5. Даша! Первое, что в голову пришло, я сказал. Вот тоже остальные, да, ну просто подхватите прикол. Понятно же все. ТНТ-6, ТНТ-7, ТНТ-8. Все в школе учились. Ну что цифры? Ну до 10 хотя бы. Ну плевом же знаю. Так, ладно, все. Давай, Лео, последнюю. Давай ассоциацию. Щит. Ну хоп. Ясно. Не, ну она рано. Все, заткнитесь, я все понял. Давайте лучше обед закажем, а потом продолжим. Не, ну скажи веселый каламбур, типа хип-хоп. Не, ну возможно, типа еще не все готовы к этому. Может быть, я чуть-чуть опередил время. Может, завтра всем будет весело, да, непонятно. Может, через год. Да-да-да, ага, да. Я понял, хорошо, понял. Ну, сейчас попробуем покреативить. Сделаем все классно, ну, как обычно. Ну, видите, если классно, то, значит, ага. Задача не нам. Можно расслабиться. Mm. Да. Да. Ну, не тебе. Да понятно, что у вас сроки горят, это понятно. Вот у них сроки горят, а у нас потом этот въезд горит. Все? Не, Лео удивил, да, просто шутку сказал, прикол. Это что, типа, мне теперь его песни петь вот эти? Все, до связи, добро. Че, пацаны, резюме обновили? Бударин только хорошо. Он инвалид, его никто не уволит. Это так, Маша, вообще. Не надо нагнетать. Так, ребята, включаемся все вместе. Еще одна сложная задачка. Так, что там надо? Ранеток, наверное? Так, Бударин, давай без шуточек. Не, ну офигеть, да? Зачем меня вообще звали? Без шуток и остальные так-то могут, да? Скажи. Так, все смотрели, надеюсь, «Остров Титанов»? Напоминаю, это еще один иностранный закупной контент. Mm-hmm. Ну, конечно, так, смотри. Ладно, у меня на ноутбуке есть презентация, поэтому... Итак, «Остров Титанов». Внимание! Так. Это известное колумбийское реалити-шоу. Так. Озвучивает его Евгений Рыбов. А-а-а. Кто не знает, это «Голос клиники» и «Южного парка». Это такая смесь всех спортивных шоу и реалити. Так, если что, это не шеф завис, хотя в его возрасте такое бывает. Это снова я, ваш лучший помощник в мире создания контента. Реалити — это такой жанр передач, приближенных к реальной жизни. Ну вот, типа «Дом 2» — это реалити. Ну смотрели же, признавайтесь. Психологи говорят, это из-за стремления подсматривать за чужой жизнью. Поэтому, если вам очень хочется подслушивать соседей, то забейте и смотрите наше реалити-шоу «Остров Титанов». Ребята, в России точно такого нет, нужно смотреть, это вам точно понравится, обещаю. Так, все внимание на экран, включаю трейлер. Так я не понял, пацаны, это вы сейчас что имели в виду? Что я такой жирный, да, что мне надо спортом заниматься? Да идите вы знаете куда, пацаны? Я все понял, это вообще не про эту передачу, а просто куча красивых телок тусуется в одном доме и только и ждет повода, чтобы раздеться и всем все показать, что у них там наросло от природы. И вообще ваш спорт вертел, знаете на каком месте? Вот. Так, стопэ, Женя, ты не Картман, а это «Остров Титанов». А, ну да, простите, это просто вьетнамские флешбеки. Все нормально. Да, дорогие друзья, смотрите «Остров Титанов» в моей озвучке, в озвучке Евгения Рыбова на канале «Дважды два». Погнали. Не, вот это классно. Да. Вот реально, вот такое можно залипнуть. Если нужно мое одобрение, не нужно. Берем. Просто покупайте и все. Погодите, мне кажется, я где-то видел это уже. Да, его уже показывали, но вот начальство от него в восторге и хочет еще раз его показать. Mm. И просит нас придумать, как его можно прорекламировать в соцсетях. Пересматривать его, когда уже все знают, чем закончится? Да? Нет, это неинтересно. Вы чего? Пересматривать? Вообще кайф. Я вот люблю пересматривать что, где, когда. Я просто всегда выигрываю. Друзь там пока сообразит, я уже говорю, курага, все, я первое место, друзь за мной. Так, просто... друзь, шеф, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что нам это шоу надо продать еще раз? Да, Лео, ты все верно понимаешь, это задача сложнейшая, ну а кто, если не вы? Да, честно говоря, много кто. А может, мы это сделаем все через вирусные ролики от звезд? Так, давайте по-быстрому. Вирусные ролики — это ролики, которые распространяются в сети со скоростью слухов о беременности одноклассницы. Обычно там либо дрянь какая-то, либо котики, либо странные танцы. Главное правило вирусных видео — их распространяют пользователи, а не автор назойливой рекламы. Вроде бы все просто. Так, давайте узнаем, что там придумал Саня. Ну вот, короче, например, да, мы берем Тарзана и Костюшкина. Они просто ходят по Москве с голым торсом, да? Да, раздают листовки. Нам хорошо. Ребята копеечку заработают. Саня, это гениально. Мне тебе реально понравилось? Первая твоя. Ну вот. Давай сюда. Не, ну вот почаще бы так, а то я вот только слышу, заткнись, закрой рот, фу. Надеюсь, он знает, что такое сарказм? Ну, знает ведь? Да, молодец. Гениально, но я думаю, что там бюджет будет совсем не в копеечку. Нужен бюджетный вариант придумать, понимаете?
Но направление верное. Туда, туда, все правильно. Но реклама должна быть яркая, мощная, типа, эй, мы идем к вам, или вот это. А, ну смотрите, я могу придумать как бы клевое промо. Я могу сама ходить по улице и просить мужиков, ну, как бы оголить торс. И сама буду оценивать, подходят они в шоу или нет. Хорошо. Вот. Мне нравится. Не, ну в смысле нравится. Она просто хочет свою личную жизнь устроить через канал и все. Чисто на мужичков голову. Ну, конечно. Вот ты выкупаешь, да? Да, отличная идея, мне кажется, это вообще Машин формат, понимаете? Маша медийная, это ее формат, она-то будет очень органично смотреться. Короче, мне нравится, давайте эту идею как-то оформим и предложим. Ну, что-то как-то очень просто. Вот это я понимаю. Кризис-менеджер. Так, ребята, давайте обсудим фриланс, что там прислали за неделю. Так, что там шляпа одна? Ну, а ты читал? Так, а смысл, если там шляпа одна? Завтра, это твоя работа пока еще. А вы, типа, можете уволить инвалида или что? Ну, типа, твоя работа, шляпа, Сань. А, то есть вы хотите, чтобы я заткнулся на совсем, да? Да. 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 Нет, ну, конечно, он, конечно, талантливый, но да. Послушай, мы не хотим, чтобы ты заткнулся. Мы хотим просто, чтобы другие могли тоже спокойно высказывать свои предположения. Не, все окей, я молчу. Смотрите, я прочитала, мне понравилась одна идея. Это вот возрождение шоу «Москва». Инструкция по применению. Да. Знакомое название какое-то. Да, 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 да. Интересно. Это будет Россия. Инструкция по применению. Не, это вообще кайф. Это, вот это Маша молодец. Ну. Я предлагаю вообще в старые шоу все переделать, чтобы вот ты, Лео, поехал там с гитарой по городам, по деревням, типа назовем, играй гитара, да? А вот Бритни Спирс песню «Токсик» про Бударина же, да, написала? О, или, короче, вот вам можно, типа, проект угадайте там песню со скольки-то нот, тоже кайф. Еще можно, чтобы приходили, ссорились, окна, типа, выйди в окно, как-нибудь так назвать. Да, Саша, скажи, а можно прикрыть свой немного рот? Ладно? Маш, спасибо, это была шикарная идея. Да, конечно, мы вам перезвоним, да. Мария, спасибо большое. Ох, как смешно. Лео, так, скажи, у тебя есть что-нибудь предложить? Да, конечно, давай. У меня есть предложение, между прочим, от подписчиков наших социальных сетей. О, респект, да. Вы до сих пор пишете нам на аккаунт? Мы работаем, Саня. Я как-то в кино видел человека, которого задушили струной от гитары. Или подаренный человек. Мы объясняем правила игры непопулярных видов спорта в России. Смотрите, вот, например, мы возьмем... Выписал себе их? Конечно. Давай. Смотри, куперсхиллская сырная гонка, лакросс, американский футбол, кёрлинг. О. Слушай, Лео, звучит это все, конечно, по-новому, но тут вопросик назревает. А нафига все это, собственно? У меня, если честно, в голове был такой же вопрос. Ладно, ты прав. Короче, ладно, у нас с Даней в очередной раз есть стопудовая темочка. Ну давай. Горячая подлетела. Давай. Готовы? Да. Вы готовы, точно? Давай. Короче, спортивное шоу со звездами. Угу. Название рабочее знаете какое? Нет. «Верхом на звезде». Ну это типа хобби-хорсинг переделал под хобби-звездинг. Не, ну что ты выдумываешь? Да, конечно, да. Что, Жорика не знаешь, что ли? Он по 3 раза на неделю на этот хобби-хорсинг ходит. Не обязательно это здесь озвучивать. Ребята, давайте соберемся, а? Нам нужно что-то уникальное, но не такое вот бредовое, ладно? А, ну то есть шоу для лысых. Волос я не предлагаю, да? Саша, скажи мне, ты вообще о чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Не, если вот сейчас прям конкретно, я думаю, что Джиган делает Куценко, Нагиев, потому что шоу классное. Джей Стэтхан еще. Опа! И Вин Дизель. У меня вопрос, как эти люди вообще на канал попали? Был какой-то конкурс, они что, вокруг стульев бегали под музыку? Вот только Лео нормальный, вот он прям... классный. Вот, типа, что сейчас у лысых по загрузке, непонятно. Если собрать всех вместе, реально, может какой-то проектик получиться. Че, все высказались? А теперь готовьтесь. Настоящий бриллиант в хрустальном мире. Шоу под названием «Звездные войны». Так. Прикиньте, масштаб какой. Значит, наши российские звезды будут соревноваться с звездами Голливуда. Угу. Прикиньте, армрестлинг между Буруновым и Ди Каприо. Или фехтование с Иришкой Чики-Пики. Ну или какой-нибудь там голливудской звездой, например... Риз Уизерспун. О, например, да, такая звезда. Прикиньте, как взлетят просмотры нашего телеканала. Аудитория просто в космос улетит. Ну что я, вот, ну как сказать об этом?
Ну что, Бударин, твой выход. Не, вот это классная идея. Снимайте, снимайте. Ну, спасибо, да. Спасибо. Снимайте футболки, кольца, часы, что у вас там есть. Ну, просто продавайте это все, потому что, ну, откуда у вас деньги на Ди Каприо, на Бурунова вообще, а? Не, есть вариант. Вот, типа, сейчас время еще, вот микрозаймы здесь недалеко. Ну, сбегайте, возьмите. Ну? Это очень круто, чужие идеи. Между прочим, очень талантливо вы это делаете. А я вот... Данечка, подожди, сейчас я скажу, хорошо? Договорилась со звездой, так, между прочим. С кем? С Luxury Girl. Она придумала. Ну, я. То есть настоящий? С настоящей. Я придумала ей формат. Мы уже все это сделали с ней. Прости, а это кто? Материал. Ты сейчас увидишь, давай смотри, Сюша. А, видящая есть, конечно. Давай, сейчас, конечно. Да, просто смотрись. Всем привет, я лакшери-психолог. Вы задаете мне вопросы, а я вам даю. Дельные советы, успокойтесь, извращенцы. Давайте посмотрим, что вы мне сегодня написали. Вопрос от Иришки. Запала на доставщика пиццы, help. Постоянно заказываю еду, чтобы посмотреть на него, и отожралась, как кабаниха, но не могу остановиться, что делать? Интересная ситуация. У меня был роман с доставщиком пиццы. Доставлял неплохо. И достаток тоже был хороший. Ириш, возьми все в свои руки и сделай первый шаг навстречу, чтобы он сделал шаг в твою квартиру. Придумай что-нибудь, что не работает холодильник, сломалась канализация. Если он понимает намеки, то все будет так, как ты хочешь. А если нет, то вновь покушаешь. Что могу сказать? Главное, не залезай в стиральную машину. Это вообще бред полнейший. Не знаю, кто в такое может поверить. Пишет Дрон. Мама не отпускает меня жить с девушкой. Как доказать ей, что я уже взрослый? Да уж, твердые салфетки не помогут. Здесь нужен разговор с мамой. Предлагаю тебе купить продуктов и убраться во всей квартире. Пусть мама увидит, что ты самостоятельный не только в пределах твоей комнаты. Приготовь что-нибудь вкусненькое на ужин. Она обрадуется. Но только не готовь яблочный пирог. Если она придет пораньше с работы, то боюсь, что ей это может не понравиться. Обращайся. А у нас следующий вопрос. Вопрос от Катеньки. Пытаюсь уговорить мужа снять хоум-видео. Он отказывается. Говорит, что он горилла лохматая. Ему будет противно это смотреть. Помоги. Ну смотри, родная, если ты действительно считаешь, что он не горилла лохматая, то тогда поставь скрытые камеры. Только мужу не говори, а сама управляй процессом. И не смотри в объективы, а то он подумает, что ты сумасшедшая и облизываешься в сторону шкафа. А если серьезно, Катюш, не переживай и не выкладывай видео в интернет. Потому что если все-таки все так, как думает твой муж, то есть риск попасть в неправильную категорию, и он расстроится. Муж по выходным выбирает не меня, а рыбалку. Как быть? Даже новое красное белье не помогает, жалуется Вероничка. Вероника, но вы же сами делаете ошибку. Если муж любит рыбалку, то белье должно быть не красным, а цвета хаки. А если серьезно, я бы на твоем месте бы осталась дома и провела бы выходные в гордом одиночестве. Пусть там сам плюет на своего червя. Ну а если без мужа совсем никак, едь с ним. Возможно, поймаешь вот такого сазана. Лично я вот такого ловила. Ну и последний вопрос на сегодня. Карина пишет. У меня очень богатый муж. Вчера мы были на Мальдивах, сегодня мы летим в Абу-Даби. Завтра у нас будет тур на яхте по Тихому океану. Мне никакая помощь от вас не нужна, просто хочу, чтобы вы все мне позавидовали. Порадуемся за Каринку. Возможно, в следующий раз она напишет. Что делать, если мой муж под санкциями, а я хочу на завтрак авокадо и спелый манго? С вами была лакшери-психолог. Пишите, не стесняйтесь. И да пребудет с вами любовь. А, так, ребята, все, слюни подобрали. Я вот эту, я тетю не смотрел. Я вот так сел, все, я не смотрю. Потому что что, у меня жена есть, которую я очень сильно люблю. Она меня смотрит, скорее всего. Слушай, Маш, я, наверное, на себя смелость возьму общее мнение выразить. Кто же еще? Слушай, это было великолепно. Скажи, а у тебя ее контактик остался, правильно? Да. Так, ребята, давайте по существу. И давайте все возьмем пример с Машей. Мария здесь находится совершенно недавно, но уже со своими идеями, причем готовыми идеями. Браво! Спасибо. Мария, браво! Нет, это реально было красава! Браво. Это браво. Просто спасибо! Красава! Спасибо. Это реально спасибо. Уголь! Браво. Красава! Браво. Ну, изи! Так, что у нас, ребята, с рекламными интеграциями? А то мне уже спонсоры звонят, хотя, может быть, это и мошенники. Я бы не хотел, чтобы мошенники были спонсорами.
Да я могу про любой бренд спеть. Вы просто назовите любой. Я спою, напишу песню. Давай, окей, ну вот типа, ну вот якутский Синторг Пром Маш Тех Биоприбор. Не вопрос. Синторг. Сразу повалился. Я откуда знал, что он запоет? Я просто вообще в прикол буквами хракнул и все. Я хоть и новенькая, но я понимаю, что Бударина не всегда нужно слушать. Так, я хоть что-то предлагаю, не сижу нога на ногу, как некоторые. Как же они все задрали меня с этой ногой? Саш, не надо, молчи, ничего не говори, хорошо? Постараюсь. Жора и Даня, я помню, что вы с рекламой там занимались, правильно? Да. Я давал вам задание. Вы сделали что-нибудь? Конечно. Реклама в стиле 90-х. Ну хорошо, что, давайте посмотрим. Жаль у кого-то. Так, Бударин, если мне сейчас вот это понравится, вся твоя зарплата уходит туда, ясно? Вот. Так, включаем. Шеф, я запускаю. Да. Надоело пить Иван-чай? Захотелось попить чай со своим именем? У нас можно купить именной чай. Игорь-чай. Лена-чай. Валентин-чай. А есть даже для компании Игорь Света Жора-чай. Заказывай и радуйся. Чипсы «Белорусский картофель». Хорошего человека, как и чипсов, должно быть много. Не, пацаны молодцы, смешно, смешно, нормально. Спасибо. А хочешь, мы твоему же блогу такую же рекламу сделаем? Не, ну можно, давайте, конечно. Ага, сейчас. Вот я стараюсь поддерживать всех ребят. Все-таки мы один коллектив, ну, хоть, может, и ненадолго. Потому что кого уволят. Нет, ну рыженький, он вообще прикольный. Такой рыженький. Ребят, ну что скажете? Мне кажется, что это может как-то отпугнуть наших спонсоров. Да не, ну да почему, шеф? Ну, мы просто пацанов показывать не будем, чтобы не отпугивало. Только контент их возьмем и все. Так, давайте подумаем еще варианты. Вот. Ну а сейчас все по домам. Спасибо за продуктивный день. Всем пока. Команда. Все, всем пока. Все, ребят, всем счастливо, пока. Че, может, куда-нибудь вместе сгоняем? Да. Сань, давай. А может, в аквапарк? Ну, не хочешь, как хочешь, пока. Ты-то в плавках всегда. Давай. Ну, спасибо. Пожалуйста. Коллектив хороший. Химия какая-то есть. Не, понятно, что все вокруг одного гения собрались и все, да? Ты сейчас, ты куда? Ты не торопишься? Я просто реально, я не знаю, как спуститься. Я просто здесь уже неделю живу, меня никто выкатить не может. Ты можешь подойти? Да иди сюда уже, все. Да я тебе говорю, выйди ты из камеры, что ты там стоишь-то? Да накинь футболку-то, заходи. Вот. Просто его с... Че? Че, да с ракеты разгонишь ее? Да. Давай попробуем. Ну, иногда мне не нравится, что мне Бударин закрывает рот. Так, намекает, чтобы я замолчал. Или что я там какой-то не такой. Его вот это присутствие раздражающее, оно уравновешивает силы. Нет, он надоел однозначно, но без него будет скучно. Да я бы его взял бы струну от гитары с души. Вообще парень неплохой. Нет, ну он лезет, ему говорит шеф, ну-ка хватит, а он все равно лезет. Ему говорит, у него рот не закрывается. Ему надо его с мылом помыть иногда. Или так ему по шапке раз, ну по его повязке так раз. Что бы я хотел добавить новое в рабочий процесс? Да мне кажется, тут не надо добавлять, тут бы убрать что-нибудь. Вот там, коммуникацию убрать. Людей немного. Ты что, снимаешь это все? Ты завязывай. Чего у тебя семьи нет? Иди домой.